Завтра. Завтра 800 V-баксов. Ух, хорошо-то как. Завтра 800 V-баксов. Красота. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 8 января, 3 часа ночи. И мы собрались, как всегда, здесь, чтобы записать магазин. Нашу рубрику «Чё почём». Давайте смотреть, что у нас будет. У нас сегодня целиком всё-всё-всё обновится. Давайте смотреть. Минус бабосы. Просто минус бабосы одновременно. Просто одновременно. Ребят, если у вас нету дохрена денег, мой вам совет — магазин не смотреть. Одновременно два скина, которые просто взрывали все комментарии. Это мгла со своим рюкзачком топовым. Ну, рюкзачок, я думаю, никому не интересен, всем интересна мгла. Вот, ребят, это топовый по популярности скин, до сих пор он крайне популярен. Не совсем я понимаю смысл, я знаю, что его все покупают из-за шикарного вида сзади, но сейчас у нас есть кошка в боевом пропуске, ребят. И кто играл во время 4 сезона и дофармил до Омеги, не знаю, зачем она вам. Есть кошка, есть Омега, можно сэкономить на мгле, мое мнение. Но все равно я уверен, это просто один из самых популярных скинов, наверное, по продажам топовых. Из обычных, не ивентовых, это, конечно, топич. И при этом альфу берут в разы меньше, вот прям в разы. Хотя она выглядит сзади так же сочно. И она не похожа на Омегу. То есть расцветка другая. Я не знаю, почему берут альфу. Ой, почему берут именно мглу. Не знаю, не знаю. Но тем не менее, мгла топ скин. Альфа единицы кто берет. Вот как-то так, как-то так. Но это, конечно, очень круто. Дальше у нас дельтаплан. Шикарный дельтаплан. Не дешевый для этой внешности, конечно. Но выглядит, ну, очень круто. Очень стильно. Такой карбоновый минимализм. Под Омегу будут заходить шикарно. Просто шикардос. Что у нас в 4 сезоне, ну, вот, блин, он бы вообще классно зашел. Жаль, что нам его не дали бесплатно. Я бы на нем летал бы вообще с удовольствием. Отличный дельт. Вообще отлично. Да, а что еще забавно? Забавно в том, что кто-то копил под мглу или под темную бомбистку. И как всегда, вот вам бомбистка, ребят. За 1200 с рюкзаком, тоже топовый скин. Мне она очень нравится, мне нравится гораздо больше, чем светлая. Потому что она вся переливается очень круто. То есть то, что у нее руны идут, как у Куба, это очень классно. Прям вообще бомба. Супер. Мне прям реально нравится. Это очень классно. И что еще забавно, что вместе с бомбисткой у нас-то выходит зловещий знак. Так называемая темная долбилка. Очень класс. Ну, это очень классно. Я не знаю, ребят, сколько у вас должно быть V-баксов. Давайте звук. Шикарный звук. Я не знаю, ребят, откуда вы будете брать столько V-баксов. Вам одновременно нужен знак, вам нужна бомбистка, вам нужна мгла. И здесь еще просто бонусом шикарный дельт за 500. Я считаю, из дельтапланов за 500 это лучше. Это просто супер. Он, верхушка у него переливается, снизу такая же фигня. Ребят, у меня и это есть, как вы видите, в конце. Покажу, что творится с киркой, я каждый раз это делаю, но покажу, чтобы вы не искали в моих старых записях. Покажу, что творится с киркой, она загорается, рог растет. Покажу этот дельтаплан, тоже его каждый раз показываю. Я его купил сразу при выходе, это просто топич. Кстати, кирка одна из моих самых любимых. Я ее в какой-нибудь там в топ-5, в топ-3, наверное, бы включил. Это просто топич. В преддверии, так сказать, в ожидании ваших комментов в плане, что лучше, бомбистка или мгла, ребят... Я не знаю, что вам ответить. Я не знаю.
Но у меня есть Омега, на мгле я всегда, ну, не видел особого смысла ее брать, поэтому я бы взял бомбистку. Те, кто взял обычную бомбистку, будут спрашивать, брать ли темную. Те, кто взял обычную кирку, будут спрашивать, стоит ли брать зловещий знак. Ребята, не знаю, это прям... Вопросов будет много, будем отвечать. Будем отвечать каждому. Это, ну, это круто. Это топич магазин. 2000, да? 3200. 4400. 4900. Короче, по мне, в этот магазин, короче, без 5000 баксов, тупо в левую сторону даже можно не смотреть. И что у нас справа? Справа у нас за 1500 сорви голова. Обычно такой скин по реализму, как будто, знаете, парень пошел погуляться, а тут апокалипсис, блин, 100 на 100 фигачится. Бита сзади, короче, кайфово. Рюкзачок классный. Рюкзак мне очень нравится, кайфовый. Драконья кирка. Когда-то ее использовали в сете Короля обезьян. И когда нам закидывали, если не ошибаюсь, на Хэллоуин сет Короля обезьян, вот эту кирку добавляли в этот сет. Кирка классная, стоит 800, но сейчас есть гунь. Да, он дороже, но он настолько лучше, что это уже, как по мне, не рассматривается даже. Звук драконьей кирки. Команда. Тоже команда, кстати, хотели. Очень часто его закидывают, люди продолжают покупать. Это... просто классика Фортнайта. Я такие скины не люблю, мне не нравятся. Но самый, наверное, один из самых популярных скинов за 800. Но по мне не мое. Зефир. Никогда бы не взял зефир, когда есть вот так вот. Но это, мне кажется, просто другой уровень. Нет. Нет. А еще и шмекси. Еще и секси шмекси нам закинули, ребят. Помимо того, что такие скины, еще и закинули эту эмоцию. Ее тоже очень много писали в комментах, что хотят. Прикольно. Прикольная эмоция. 500 однозначно стоит. Забавная эмоция. Я не знаю, чем вам Омега так, ребят. Но то же самое. Если со спины, то же самое. Не знаю. Но все равно. Омега все равно разойдется. И эмоция ни за что. Сейчас. Вот. Пойдет. Тут с эмоциями ничего. Ни за что выходила эмоция, по-моему, на футбол, если я не ошибаюсь. Во время американского футбола скинов. Не на футбол, когда вы выходили сет из американского футбола. Типа не засчитываем удар. Я думал, как вместе будет все это выходить. Ну да ладно. Нормальная эмоция за 200. Нормально, для 200 отлично. Пойдет. Так, что, ребят, топовый магаз. Всем рекомендую, кто с утра посмотрел и планирует брать, не тянуть. Это у нас всего суточки, ребят, всего сутки. Не забывайте при покупке поддержка автора SPT-083, ребят, это мой тег. Дальше, добавляйтесь в игре SPT-083, также, ребят, мой никнейм. Всех добавляю. В среду буду играть со всеми желающими в сквады. Просто будет открытая пати, кто зашел, с тем и играю. Так что добавляйтесь. Ну, вот это магазин. Сейчас, как я и обещал, в конце видео, кому интересно, досмотрите. Зловещий знак покажу и дельтаплан. Всем, кто смотрел, спасибо. Пишите ваши комментарии. Что вы покупаете, насколько вас сегодня раскошелили эпики, сколько вы влили в Fortnite. Все ли вы взяли, может, у кого-то уже все это есть. Спасибо еще раз, подписывайтесь на канал. Всем пока. Так, ребят, прежде всего, дельтаплан. Давайте расхваливать дельтаплан. Как вы видите, это просто бомба. Не знаю. Он светится снизу, сверху. У него топовый след.
И это, не знаю, ну я сейчас за 500, это просто шикардос. Просто шикарно. В стандартном размере это топовый скинчик. Теперь кирка. Без всяких убийств и прочего. Теперь поехали убивать. Огонек, да? Рог, видите? И которые такие рога, двойные, да? И сам рог одиночка, который тоже засветился. Давайте на небе, вот. Смотрите, какая красота на пятерочке. Это сок, конечно. Это просто тема. Посмотрите. Мне эта кирка значительно больше нравится, чем классическая. И след. Не знаю, мне она значительно больше нравится. Я прям кайфую от нее. Смотрите, какая красота. Скинчик кирки и скинчик дельтика. Топич. Просто топич.